Всем огромный привет! Сегодня у нас 30 июня, день рождения моего папы. Он не смотрит мое видео, папочка, все равно ему уже поздравили. Я поздравляю тебя с днем рождения. Самое главное – здоровье, здоровье, еще раз здоровье, остальное все у тебя есть. Мы идем в ресторан, берем вас с собой. Беру свою новую сумочку, первый раз хочу ее выгулять. Всем приятного просмотра! Кибуц так скент. Я не хочу принтерьер. Привет. На работу не носишь? Аж салатики принесли. Бутон. Наши вкусняшки принесли. Папа ягненок. Эй, привет. Тихо, Оси. Бутон. Бутон А. Бутон А или бутон Б? Бутон А. А что это такое? Можно эти башницы на сфотку? Да. Не, Андрюшина. Я снимаю вас. Модницы-хороводницы. Сынуля показывается. Вы что, почем, да, сынуль? Вот такие нам штучки красивые принесли. Как называется? Юлечка. Юлечка и ветер. Почему Юлечка? Такой ликер. Просто. Давай с дедой мы попьем. И еще маме нас. А мама не пьет такие беки. Тогда еще раз для папы. Мы пришли к родителям уже домой. Хорошо посидели в ресторане, на улице. Там не особо было удобно снимать, много людей. Мама тут уже какую красоту нам все накрыла. Вкусняшки. Даже шампанское. Это какой? Даргентское? А где ты покупала? Даргент. А дарили тебе, да? Нет, я не дарила. Очень красиво тут у мамы, да? Бабушки красиво, Андрюш? Ой, у бабушки красиво. Тебе нравится, да? Да что же у нас? Любит все красивое, да? Какой бабушки пионы какие. Как настоящие, сынок, да? Это вообще мне так они нравятся, эти пионы. Пионы шикарные, я да. Кисуня наша 2 года была в отпуске. Были в Болгарии. Родители купили себе новую кафе-машину от DeLonghi. Такую крутую. Будем сейчас тестировать. Строго допускается только мой муж к тесту. Да, муж? Да. Кисточка, наверное, для мытья. Мне муж уже предложил, говорит, может, для макияжа подойдет мне. Но я отказалась вежливо. Красота какая. Вот это скрыли. Для мелких, а это для крупных. Я так вот. Еще наверное. Есть у вас? Не знаю. Красота. Маме вот какая тут, какие запасы очень классные. Слушай, чибо, Петя, кафе крема. Она вот сюда войдет. Мы нашли на русском. Будем изучать. И нужно настраивать жесткость воды. Какая мягкая жесткая вода. Сейчас муж погугливает и будем дальше. Айнцванцах, окей. Установили фильтр, налили воду. Такой белый фильтр. Теперь нужно 500 миллилитров горячей воды прогнать, чтобы фильтр начал работать, потом будем делать кофе. Прилагался тест жесткости воды. Дай посмотрим. Давай на 1 секунду опускай. Нужно еще определить жесткость. 1 секунду и потом посмотрим. Все, вытаскивай. Покажу вам, какая у нас вода. Каждый квадратик соответствует 1 уровню. В общем, у нас самая жестокая вода. Жесткая. Вот здесь. Как определить? Thank you.
что? Разобрались. Выпечки. Мамуля, тут какой-то карамельный десертик без выпечки. Ты с холодильника достала, да, мам? Да, дочь. Красота. Сейчас будем вытаскивать. Маш! Фокус-покус превращается в фокус. Ой, какая вкуснятина ореховая. Мама говорит, еще нужно шоколадом, но я говорю, не нужно шоколада. Красить. Да, нужно растопить шоколад. Это... Какая вкуснота. Сейчас я разрезила. И вы знаете, из чего это сделано? С кукурузных хлопьев и с орешками. Ничего и крем карамельный. Ты все там стоишь и после... И... Не видно против, да? Да, угу. Против света. Супер. Еще чтобы застыл. Смотрите, какая. Вкусняка. Пожалуйста. И ты широко. Спасибо. Ой, не надо. Попробуй, как вкусно. Балденно. Это что-то. Угу. Я сейчас отломлю, попробую. Я знаю, что это... Ого. А это как торт Наполеон. Еще вкуснее. Коль. Вот смотри. Смотрим. Полный пакет. Вот, кстати, берешь крем с наяльником. Это хлопья, да? Снимаешь хлопья кукурузные. У вас рецептик. Всем приветик. Очень вкусно. Угу. Приглашаем к чаю. У нас в Лопе сегодня день рождения. Приглашаем на чай. Спасибо большое. Ой, красиво и вкусно это. Здоровья, будем пробовать. Пойдем, все, мы идем пить. Пойдем, первый раз кофе с новой кофеварки. Кто у нас тут такой красивый лежит? Какой-то цыпленок такой пушистый. Это кисочка или цыпленок? Киса? А как кису зовут? Сонная. Морзика. Цыпунятор. Ой, холесенький. Мой милый. Дай сфоткать, цыпуняшка. Хороший такой. Бабушки пришли с дедушкой. Посмотрите, какой у нас урожай. Хорошо, мама накрывала здесь все. Иначе тут бы все было птичками обклевано. Да, сынулька? Посмотри на меня, сыночек. Ой, кто счастливый такой. Вот кто радуется. Ой, какой вкусный урожай, правда? И колокольчик сюда соседский заплелся белый. Такие красивые там колокольчики у соседей. Ой, какая красота. Все красное. Угу. Мой маленькая еще не спела. Супер. Дедушка вырастил вишню. Вон там дедушка. Иди, дедушка, вишню порви. Пойдем. Пойдем. Подожди. Вот супочку, Андрюшечка. Мама, на чашечку бери. Бери чашечку. Клади. О, суп. В прошлом году мы первый урожай собирали. Дедушка с бабушкой были в отпуске. Помнишь, всем... а один абрикос срывали? Всем привет. Привет, мой любимый. Это кислые вишни, а вон там сладкие. Ты уже запробовал все, да? Я знаю. Ой, как здорово. Как супер. Смотри, уже присохвал. Какой урожай шикарный. Вот, смотри. Угу. Супер. Наверное, осенью... Это вот наверное, сыночек. Ты будешь кислые есть, а я сладкие. Ах, спасибо. Почему это я кислые? Я люблю тоже сладкие. Я люблю сладкие. Да? Я тоже, сынулька. Тогда ты будешь кислые. Да? Повезло же мне все-таки, да? Да, что ты кислые будешь. Угу. Большие это вкусные. Сладкие, а маленькие это кислые. Вон оно что. Ну, смотри. Ну-ка, покажи урожай. Мой класс. Вот наш урожай. Быстро мы с мамой нарвали. Какая вкуснятина.
Надо было заснять в этой тюлях, когда? Да, в тюле я заснимала в прошлом видео. Андрюша с дедушкой играет. Сейчас покажу маме тут. Такая красота, новые цветочки.